Мы находимся по адресу Талсинская улица, 24А. Здесь прошла только что приемка подъезда. Это в Щелково один из 17 адресов, которые поставлены в перечень подъездов, готовых к приемке после проведенного ремонта. В комиссию, которая занималась подготовкой итогового заключения, входят сотрудники профильного отдела районной администрации, представители общественной палаты и ассоциации председателей советов домов. Что показало обследование? В первую очередь результат зависит от качества проведенных работ, а также, естественно, от того, в каком состоянии находился дом до ремонта. В данном случае на Талсинской 24 это недавно построенный высотный дом с большой площадью ремонтируемых поверхностей. Затраты здесь значительно выше, чем в пятиэтажках. Они переваливают за 500 000 рублей. Подъезд в таком виде, который мы видим вот по этому адресу, вполне можно принять без каких-то выявленных нарушений в полном объеме. Ремонт подъездов в домах, которые давно не ремонтировались, конечно же, не может давать такие же блестящие результаты, как в домах более новых. Однако необходимость в ремонте здесь по-настоящему острая, и жители с благодарностью отзываются о выполненных работах. Вот меня как жителя устраивают, и разговаривая, вот надо было бы просто вот пройти по квартирам и каждого спросить. Я думаю, оценка была бы такая же. Мы осмотрели подъезды управляющей компании «Перспектива». Претензий нет, так же, как и в прошлом году. У них, в общем-то, качество нормальное. Замена первого этажа плитки, замена окон в подъезде, входная группа меняется. Качество, ну, как я говорю, 4 с плюсом. По сравнению с прошлым годом, работа выполняется в этом году более качественнее. И почему? Потому что второй год все-таки программа идет. Поэтому подрядчик и управляющая компания относятся к этому уже более ответственно. Уже становится меньше замечаний при приемке подъездов. В софинансировании работ по региональной программе «Мой подъезд» участвуют управляющие компании, областной и районные бюджеты. Причем суммы, выделяемые в этом году, значительно выросли. В перечень ремонтных работ включена замена старых окон на пластиковые. На приведение в порядок одного подъезда в доме от 2 до 5 этажей выделяется около 220 тысяч рублей. Всего до конца года в Щелковском районе планируется отремонтировать 900 подъездов. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».